Доброе утро. Сегодня у нас рабочий день. Поедем на объект. Погода обещает сегодня дождливую. Для меня это страшно, так как весь день я буду находиться на улице. И несмотря на то, что будет идти дождь, я все равно буду продолжать делать свою работу. Будем надеяться, что это будет не сильный проливной ливень. Но в любом случае нам не впервой. Я справлюсь. Смотри, я вот. Закончился рабочий день. Я супер быстро доехал до дома. Уже освежился, перекусил, и теперь мы едем кататься на вейках. Так что я немножко опаздываю. В общем, я побежал. Был я вам рассказать о своей ноге. Нога меня по-прежнему беспокоит, но уже не так сильно. Сегодня жестить не будем. Буду учить 360 на воде, наверное. Прыгать через вынову. Так что посмотрим, что из этого выйдет. Сегодня как-то тухленько. Никого здесь нет. Лебедки стоят на месте. Там Дима сейчас вспоминает. Да, вон он. Привет. Привет. Ты тут спишь? Привет. Я ему говорю прямо. Начался дождик, мы уже переоделись. Макс купил себе дощечку. Сейчас поедем катать. Бояться глупо. Круто сегодня откатали. В принципе, как и всегда. Освоил новые фишки. Особо не прыгал. Чего хотел, того и добился. Единственное, незапланированно пошел слон. Ну, как бы попробовал, понял, как на него заезжать. Еще крутость в том, что ребята были в основном все наши. Вот, то есть у нас там компания целая. Вот, никто уже не катал. Ну, прям классно, мне понравилось. Вот мы дома. Готовим ужин. Сейчас Катя придет с магазина, продолжит. А я в это время планирую сделать очень крутую вещь. Чуть позже увидите.